неправильное для кино время, маски, ограничения, сидеть вот надо в таком порядке. Но кино хочется вам показать, поскольку над немного работали, и помимо работы, знаете, всегда, когда кино смотришь, надо эмоцию получать, так? И мы ждем от вас эмоций, которые вы нам должны потом выразить, или положительные, или отрицательные, это все должно быть. Я вот, например, не люблю, когда фильм или все хвалят, или все ругают, значит, что-то не то. Вот. Но, тем не менее, сегодня у нас небольшая часть группы. Я имею к ней косвенное отношение, а вот режиссер фильма, Илья Учитель, он всех представит. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли в такое тяжелое время. Я, чтобы не отнимать ваше время, быстро представлю вам вот тех, кто сегодня с нами. Это петербургская, что немаловажная часть нашей группы. Вот артист Алексей Морозов. Наш художник по гриму Ирина Илларионова. Художник по костюмам Наталья Сидицкая. И еще один прекрасный актер Кирилл Полухин. Ну что я должен сказать? Кино у нас не только про футбол, но и про любовь. Я надеюсь, что оно вам очень понравится. Оно совсем недолгое. Вот. Часа два с половиной? Да, оно идет 3:40. Я шучу. Оно идет 1.5 часа. Так что желаю вам приятного просмотра. Если кто-то хочет еще что-то сказать, нет, то... Нет, а у нас еще... поскольку вот исполнитель главной роли Саша Петров, он действительно сейчас вернулся только что с тяжелейших съемок, как он говорит, на английском языке, вся картина, для него это был стресс, в Греции она снималась, он извинялся, не приехал, но прислал нам свое пожелание, которое я не видел, не слышал, вот если можно, никто его не видел. Мы закончим наше представление фильма Петровым и сразу начнем картину. Спасибо. Спасибо. Да.